такой-такой день просто. Что потом пошло не так на 4.00? Что пошло не так, надо, наверное, реализация. Все равно было, были моменты, и большинство вообще очень плохо отыграли. По уровню игры Слава тебя удивила? Да, в принципе, мы ждали, что так они будут на контратаках. Они забили первые два гола, в контратаках убежали. Вы столько говорили о том, что они на контратаках играют, все равно их пропустили. Ну, так вот было. Надо... Мой? Да там Гусь бросил хорошо, повезло мне. Удивляет то, что Словения обыграла Америку, то есть столько непредсказуемости, когда Словения обыграла США. А, да? Я не... Ну, понятно, что финал, но... Я не знаю. Запутывает эта ситуация в группе? Запутывает что? Ситуация в группе, победа Словении. Я могу только их поздравить с победой. Последний вопрос такой, как у вас взаимопонимание, идеально все, чего вам не хватает? Ну, я говорю, завершение, реализация, мы все, в принципе, были моменты и во втором, и в третьем периоде. Сами не забывали. Трагедии не случилось? Я думаю, нет, еще игры впереди. Спасибо. Надо. Формула такая турнира, что все выходят. Это как бы успокаивает? Да нет, нет, надо от игры к игре лучше улучшать. И сегодня, я говорю, начали вроде неплохо, забили такие рабочие голы. И дальше, нет, так нет такого, что после пятой минуты просто решили, что уже все играть? Нет, Костя. Папа приехал, видел эту игру. Много было, да? На трибунах. Мне болельщики красавцы просто, и большое им спасибо. Удивились? Нам, ну, говорили, ну, что да, там один сектор вообще, все в майках сидели.